Компания SpaceX намерена сегодня запустить на орбиту. А, такой такой обычный, это метр два. Ну да. Можно метр пять даже. Хозяйство. Я не знаю, может они живы. Прятали. Не знаю. Ага. Чтобы не убежали. Сегодня 6 июля, и сегодня день столицы, и вышло так, что появилась возможность съездить в Жесказган. Сегодня вот поеду, запишу вам полное видео моего путешествия. Вон наш уже поезд. Вон цветы красные. Ну все, мы уже в вагоне. Вот такой вот старый вагон. Все, в Кустанай. Скоро отправляемся. Вот, короче, там уже дальше будем ехать. Посмотрите дальше панораму. Время 20 минут 11. Вот такая вот картина у нас за бортом. Я всегда с собой беру видео. Ну, сейчас уже приезжаем.
готов. Ну. Хедшот. Это на полном огаха тут. Да главное, чтобы не килл был. И говорят, по коридору не ходить, да? Бегать можно. Ходить нельзя. Магазин с приютом для котят. Вот у меня вопрос. А что делать с книгами, которые обоссут коты? Приютят. Что, ты у нас Астана? Астана, да. Все. Пораньше будет. Не, я тоже думал, как бы пораньше, что мы приедем. Ну, никак не к 11 часам. Почти. Че, у нас через 4 часа когда, да, уже? Да, в принципе, пофиг. Сейчас тем более еще будем стоять, наверное, полчаса. В Астане. Все, 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 пошла движуха. Пошла движуха. Блин, ну вокзал у них вообще под копирку. Кого к тебе такой же, блин. Прям такой же. Ну чё, как
Наконец-то мы добрались. Да. Что, нет? Маска? Это где, в Караганде? А, в принципе, на улице. Ну, ладно, в помещении. Ну, тут вообще еще половину продуктов. Вообще, здесь надо нормальную маску будем достать. Нормальную маску. Здесь,
этот запах сразу чухается. Воздух. Спёртый. Так, ты вообще жрать хочешь? Нет. Ну, пошли, я отведаю. Давай, знаешь, что это? Давай, надо погулять. Давай, может, посмотрим, может, какой-нибудь супермаркет найдем на обратно, если что, можно воды себе. Ну, там, по литру хотя бы. Возьмем. А там, если что, в экибасе уже в экибасе. Мне хватает, если ты хочешь, бери. Ну, и этот. Не, ну тогда лучше в этот, после жестказгановый сосед. Раз там хочешь. Да я знаю. В интервью. Я тут что-то случилось. Пока не звука, используй там. Что, в туалете что ли опять застрял? Он сказал вот сюда. Сюда, говоришь? Да, говорю. Сейчас мы пирамиду. Нет, это про это речи вообще не шло. И здесь я. Короче, такое я не знаю, полагаю. А, ну вот про это вот надо говорить. А давай этот посмотрим, подожди. Два киски. Да, типа. Подвигись можно посмотреть? Да, ну, да. Тут пирамида сам, есть, прям офигенная самая это. Вон да. Атомикен. Ага. Нет, ну она все время пишет просто. Я не могу это. Я просто даже когда с этим челиком ехал. Да и хер. Да похуй. Нет. Конечно, воздух, блин, здесь в разы отличается. Прям да. Чувствуется. Что-то типа рутного, только на максималках. Да, не, ну прикольный парк такой. И вокзальная площадь называется. Витовский. Ну, конечно, есть. Деревья побольше посадить. Это я не думаю, это уже шикарный лес, это тайга. Ну, в принципе, можно сразу набирать на обед и на ужин, да? Да. По две порции еды. Потому что мы один хрен. Ну там будет закрыто, ну, типа, только на вынос сейчас работает. Ну да. Поэтому не здесь не поесть, это однозначно. Ну, потом тогда идем в этот, наверное. Ну, где-нибудь можно вот здесь, вот парк, в принципе, сидеть. Что за челик? Нет? Ага. Что-то уж больно фуфайка другая. У Ленина. Ну ладно, нет. Нет, это какой-то вообще не знаю, кто такой. Сейчас посмотрим. А, Ханыш Сурпаев вообще. Сурпаев? Да. Чёрный. Может там по горному делу? Они на все эти сферы. Ну так здесь прикольно, конечно, так. Закупать скамейку и типа. Дефицит, блядь. Ну там вообще, конечно, ничего не будет найти. В принципе, розетка моя была нужна. Не, у меня в принципе пауэрбанк. Зарядка, да? Да, а ну, мне надо буквально, ну, у меня час есть зарядки. Сейчас а там, если что, можно будет на месте у них зарядить. Конечно, не а раз. Я думаю, да, ну все, по-любому все там зарядит. Все, сразу первым делом туда. Зарядить надо сразу телефон. Это, удлинитель, если будет, давай сразу возьмем. А, так вот такой обычный, это метр два? Ну да,
Можно метров 5 до хозяйства. Во-первых, нам с собой будет хорошо. Мы протянем в вагоне себе удивим, типа, все. Да. Продается. Пирамиду продает киоск. Жабры есть. Глянь. Я говорю, здесь, мне кажется, половина неисправного состояния. Такая копоть стирает. Не было раньше стирали. А, мы, короче, здесь жили где-то с неделю. И... Не, не неделю, но дня 4 точно жили. И, короче, вот так вот заходишь вечером. Такой смог. Бесед. Форточка открытая, оттуда смог валит вот сюда, вот прям к тебе. Копоть. И вот так вот идешь, сейчас я не знаю, будет такое, не будет. Мы прям по центральной улице шли, вот так вот всякое валяется, пинки, банки, вот это. Такая черня, не убирается. Перегниет. Это перегной. Ну, видишь, тоже все равно. Ну, да. У нас все равно как-то как-никак. У нас все равно стараются мести лучше там, где чисто. Чем они отсадят? Ну, у нас, конечно, тоже стихийные салки есть, но они не так глаза бросают. Все фракции железа и угля. Здесь, мне кажется, девчонки просто это, ресницы не подкрашивают, или как в индийских фильмах, это не все тоже. Как дышать здесь вообще, не пойму. После нашего стекла. Там и не воняло, там и еда. Юная академия. Да, пошел.
получается, не ваши уже кофейные сети. Зашли хорошо. Хоть зайти. Если проходишь сквозь эти, я решил. Эти нити. Белый ветер, он не к чему, на полис, что ли? И сделал на все в каждом углу. Воды кинь забрал город. Белый Караганда.
Доставки это вообще пиздос. Я пацанчик, короче, в этой курсе постоянно хуярил. Даже на выпускной, прикинь, короче. Мы хотели когда собраться. Он берет всю стипендию, короче, ставит. Прикинь, думал, поднимет. Прикинь, проеб просто. Прям пролет. Жестяк. Может, кто-нибудь подскажет? Земли не насыпано. Такое чувство, как будто оно реально стояло, упало, и там потом сразу разбомбили плитку. Это сказали клубы. Ездили в ЕКАД, стоим, ну, такие как добросовестные, ждем светофор, сразу видно, что местные. Ухал, мы шли здесь, начали с деревни. Что здесь, тайга, что ли? Закончится посадка. Объявляется посадка деревьев. Чё там? О, вот что там. Ох, ничего себе, там что еще? О, еще и люди живут. Ничего себе. А уже такое не получилось. Не да, где? Там вообще было чётенько. Угу. Это уже люди здесь поблагородили. Прикольно. Прям рядом с ЖДшкой, да? Поставь каждый день его. Тут можно партизан играть. Казахская наша география. О, да ладно, смотри, заброшки. Пятиэтажки заброшены. О, притом много. Потерянный город. Какой-то такой. Станция какая-то. Что почти никто не живет. Что это у нас за старость? Thank you.
жесткий холм тоже. Опять вот этот верхолазка. Холмцы. Ну прикольно, конечно. Что сказать. Едем по мосту. Холмик такой небольшой. Все же. Утра вот завтраку, уже 7 час. Вот такой видон. Такой вид из окна вполне неплохой. Компания SpaceX намерена сегодня запустить на орбиту очередную партию спутников Starlink. Старт уже несколько раз переносился из-за непогоды. В этот раз он запланирован на 22 часа по времени Нур-Султана. В случае успешного запуска группировка на орбите будет насчитывать уже 600 аппаратов. В перспективе ее численность должна увеличиться до 12 тысяч. Это видите. Через год у нас такие будут. Смотри, смотри.
Вот где они. А что они покрыты? Слушай, а что они? Я сейчас знаю, может они живы. Прятали. Не знаю. Ага, чтобы не убежали. Памятник сидевшему Джайрану, блин. Что-то это, конечно, странно. Прикольно. Не знаю, что-то меня удивляет. Что про Казахстан я тут не знаю. Может это? Да. Ну, по Клинскому? Чтобы не растерять. Кого? Ну, эти памятники. А, не знаю, ну, блядь, уровень вандализма. Смотри, смотри, смотри. Ну, что творится походу вообще? Походу. Ну, ну, у нас пока до такого не дошло. Угу. Вот, даже самые фуфлыжные тоже живут как. Да мы-то обычные животные типа содержим, это. Они даже памятники. Ну, ага. Клетки. Просто сомневаюсь, что мы найдем реально лучшую кафешку, чем то, где мы были. Ну да, там я чувствую, сервис падает и все. Ну типа, блин, уже более-менее. Хотя бы мы там ели. Начнут температуру мерить, потом опа, коронавирус. А вот как, да, будет, допустим, этот грузчиком, да, там, блядь, погрузил в фузу, ебать, эти такие, ну, ноги сходи в кафешку, ты, ебать, идешь, тебе померить там температуру. И все, тебя замели. Это что такое? Ансамбль. Дископлощадку не называют. Ёп, это жестко. Вот это я понимаю, жестко, детская площадка. Все в стиле хардкор, блядь. Еще шипов не хватает. Иначе жалость на свой парк, блядь. Радоваться надо. А, здесь эта фишка в том, что это скульптуры черные. А, Black Lives Matter, да? Вообще экшон. Ты как будто бы знаешь, с 90-х годов тут ничего не меняется. Да, отлично, все вообще прям, да. Преподаватели, которые должны знать вот это все по предмету, они ни хрена не знают. По идее, если ты знаешь свой предмет, то и с этим бы разобрался по-любому. Ну, мы же видим, у всех ПБМ. Может тебе еще знаете, на месте такой. На месте такой же стенд собрать и потом тебе показывать, как щелкать. Блин, ну дома здесь вообще старые. Прям не парится вообще, не замазывает. Ну,
правильно, Никит, правильно. Серьезно, Никит. Девичьи яички. На футболку так просто не одеваю. Вот, смотри, поле, ну и умудрились туда бутылок накидать вовнутрь. Вот это что за вообще? Спорт доступен только алкашам? Ну вон, внутри бутылки мусора там. Жесть, вообще просто жесть. Ну, в центре пройдись, базарь. Я думаю, там, знаешь, ничего такого не увидит, сверхъестественно. Недолго дышать этим воздухом горел. А потом все уже. С одной стороны, конечно, хорошо, с другой стороны, вот, кому есть этот? Да кому надо? Да вот именно. Ладно, если где-нибудь там в Астане или что-нибудь, ну, где народ побольше. Ну, если так. Труба жестко, да, дымит? Вообще весь город. Конечно, Караганду не переплюнет. Все, я еду наконец-то обратно. Все. Салам алейкум, Кустанай, встречай. Кого-то на день билет. Такой красивый вид. Еще не доезжаю. Караганды. Уже едем. Пусть. Вот он, заветный вагон, да? Наш. Нет. Ну, еще его найти надо. Может, не в том же самом вагоне? Ну,
Что-то вагоны, смотрю, не густо. Может, это кондитский. А видишь их... А, да, кстати, я смотрел только два кухольных вагона. Поэтому у нас так и набито. Даже вот эти вот ограничительные меры, типа, меньше вагонов сделать. Да ладно. Больше люди коронавирусом заражают. Зэка будет. Вот, вот. Сейчас стоим на Кокштау. До дома осталось немножко. Ну все, я дома. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.